Ты не видишь, Сережка, не видишь? Не видишь, что они там делают? Так, ну сколько там девочки уже? 40 минут. Я оставляю. Я тоже сюда иди уже, иди. Мне вот очень любопытно, а есть на телевидении такая программа, которую ты мечтаешь вести? Есть. С детства мечтал быть ведущим в программе «Спокойной ночи, малыши». Я тоже, но... Thank you.